25 сентября в Доме правительства Москвы прошел форум «Основы безопасности жизни в России». В ходе деловой части были затронуты актуальные темы национальной и личной безопасности человека. Выработаны практические решения и рекомендации для усиления безопасности как в масштабах государства, так и для каждого гражданина. Среди участников форума представители Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства обороны, МВД России, Министерства труда и социальной защиты, видные общественные деятели, представители бизнеса. Для участия в мероприятии были приглашены президент Life is Good Роман Василенко, а также топ-лидеры холдинга. В рамках форума состоялась церемония награждения «Великие люди Великой России». Она призвана отметить уникальные инновационные достижения в различных сферах жизни общества, которые ведут к укреплению и процветанию российского государства. В этом году церемония приурочена к Международному дню благотворительности, который отмечается 5 сентября. Роман Василенко был удостоен целого ряда значимых наград. Ему были вручены орден «Честь и слава Великой России», почетная грамота «Меценат России», а также наручные часы от президента России. Наша задача – помогать людям. Наша миссия – помогать людям. Наша миссия – нести добро. Каждый из нас должен это делать от сердца, как и та миссия нашего поколения – передавать традиции, воспитывать молодежь. Потому что если не мы, то кто? Всегда Россия была впереди, всегда Россия побеждала. Всегда русский офицер был на коне, и в нашем сердце всегда была слава. Мы должны это все передать. Мы должны все делать с любовью. И я очень рад за такую оценку. Я очень признателен за такую оценку. За оценку моей работы, моего труда. За то, что наше государство замечает то, что мы можем сделать для людей. Благодарю. Благодарю. Спасибо. По окончании торжественной части состоялся памятный концерт в честь легендарного исполнителя, народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. Со сцены звучали воспоминания о великом человеке, состоялись выступления популярных артистов эстрады.